Магнетизм от электричества. В этом эксперименте вы можете произвести магнетизм от электричества. Нам для этого необходимы медный провод, батареи, лезвия, другие необходимые вещи. Сделаем катушку, используя изолированный медный провод. Очищаем изоляцию с двух концов с помощью ножа. Возьмем квадратную часть резины, сделанную длинным разрезом. Теперь поставим катушку вертикально в этот разрез. Возьмем новое лезвие, приклеиваем ее к нити. Вы будете удивлены, что лезвие преднамагничено, оно показывает направление северо-южное направление. Теперь помещаем наше лезвие в середину катушки, чтобы лезвие могло вращаться свободно. Теперь приложим оба медные конца катушки на 1,5-вольтовую батарею. Вы будете удивлены, что лезвие повернется под прямым углом. Как только поток проходит через катушку, это становится электромагнитом и отражается на лезвии. Таким образом, лезвие поворачивается в 90 степени. Теперь переворачиваем магнит. Как бы интервируем терминалы, плюс становится минус, минус становится плюс. На сей раз, как вы привлекаете батарею, лезвие снова повернется под прямым углом, но в противоположном направлении. Лезвие будет под прямым углом к оси катушки. Вы также можете произвести этот эксперимент, используя иглу, потому что игла также преднамагничена.